Всем привет, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Cut the Rope, вторая часть. Ам-ням, скажи всем привет. Да не языком оближись, а привет скажи. Ну не хочется ам-ням здороваться, поэтому просто начнем играть. После этого уровня нас ждет какой-то золотой сундук, поэтому давайте пройдем 21 уровень и вперед к сундуку. Надеюсь, там будет что-нибудь классное. Так, а что же у нас здесь? Нам нужно взять 3 звездочки. Интересненько. Как это сделать? Давайте попробуем так сначала. Ага, так у нас не получится. Ну-ка, ну-ка. Нет. Так, ну что, я знаю, как 2 звездочки взять, а третью я вообще не понимаю, как брать. Так, вот, допустим, так. Вот я беру 2 звездочки. Ага. Вот, сейчас я ее все-таки беру. Вот вторая. Как же быть? Может, еще один шарик? Ай, не то сделал. А на кого шарик вообще цеплять? Так, пробую еще раз, я не знаю, может шариком пройти. Потому что по-другому не получается. Вот так я здесь делаю. Вот звездочка есть. А шарик получается на конфетку. Ой. Как-то не так я его подцепил. А может теперь отпустить? Я взял 3 звездочку. Ну вот так. С шариком все-таки получилось пройти этот уровень. 3 звездочками. Ну а без шарика может как-то и можно, но шарик дешевле, чем подсказка. Поэтому все-таки лучше шарик использовать. Переходим к следующему. Собрать фрукты 33 или больше. Что у нас с фруктами? Ой, неправильно сделал чуть-чуть. Фруктов мало собрал. Так, обрезаю первую веревочку. Вторую. Фруктов что-то совсем мало, слушайте. Пятнадцать фруктов, это, конечно, не предел мечтаний. Ну да. Совсем-совсем плохо. 21 фрукт. Нужно думать, как собрать больше. Так. Ну... 33 фрукта. Я тут еле первый уровень прошел. Даже не представляю. Как это так? Я все равно вверх поднимаюсь. Это буквально вот 16. Что, использовать еще шарик? Вот. 19. Только вверх не летите вдвоем. Ну, блин, 28 фруктов. Тоже не дело. Эх, пробуем еще раз. Так, ну что же. Давайте пробовать с подсказкой. Смотрим. Еще раз. Обрезаю веревочку. Лопаю шарик. Дую. Лопаю. Опять дую. Снова дую. 28. Можно. А что, он опять появляется? Обалдеть, а вертолетик что, опять появляется через какое-то время? А я этого не знал. Вот видите как. Теперь буду знать. Возможно, дальше получится лучше проходить уровни. А, так, собери 2 звезды и успей, пока работает таймер. 8 секунд у нас есть. А, ну 2 звезды как раз нам легко собирать, а таймер, ну не знаю, попробуем. Так. Ай-яй-яй, не успел. Давай-давай. Не, не успел. Пробуем еще раз. Так. Нам, в принципе, что здесь? Ну, опять не успел я. Так, а может мне вообще сразу это все дело? Опа, вот так вот. Раз.
5 секунд. Ай, не успеваю. Да, конечно, это очень мало времени. Нет. Может, наоборот? С этой стороны перерезать. Ага, тогда я вообще никуда не улечу. Эх. Ну, давай, касайся же. Слишком медленно все мы делаем. Как же это сделать быстрее, я даже не знаю. Так, а может мне вообще как-то... Ой, все вместе перерезал. Ага, нет. Тоже не успеваю. Слишком медленно. Ой. В общем, понятно, что ничего не понятно. Так. Ну, почему он сразу не взял звездочку? Эх, ты. Нет, слишком долго, слишком. Ну, давайте еще раз пробовать. Так, я тактику разработал, получается, можно пробовать вот так вот как-то делать. Ага, нет, неправильно. То есть лопаем шарик. И, ну, блин, опять он не полетел вверх. Лопаю. И вот он должен лететь. 4, 3, 2. Ну почему так медленно? 0. Ну, не хватило буквально доли секунды. Ведь уже почти было все хорошо. Может, еще как-то сэкономить можно где-то. Ай, не так. Ну, 4, 3, 2. Ну почему такой вертолетик долгий, слушайте. На 1 секунды нам не хватает. Нет, не получается. Так. А, если я перерезаю сразу, то... Тогда я не взлетаю. Эх, не взял звездочку. Ну, есть, взял звездочку опять. 3, 2, 1. И не успеваю, секунды не хватило. Придется думать что-то другое. Ой. Но опять не получается у меня все-таки уложиться, придется использовать подсказку. Так, лопаю шарик. Сюда. Ух ты. Как-то... Вот, то, как я старался, только опять мы не успели, да? Или успели? Не успели. Так это с подсказкой даже не успели. Смотрите. Настолько там все ограничено во времени. О, а сейчас успел как-то. Да, еще секунда осталась. Практически нереально без подсказок проходить. Потому что все рассчитано просто на какие-то миллисекунды. Так, смотрим, что у нас в приз. 3 шарика. Лучше подсказок бы дали бесплатных. Так, ладно, идем дальше. Не будем жаловаться на жизнь. Только так я никаких костюмов не куплю себе. Так, собери 3 звезды. Пробуем. Так, а что у нас здесь? Конфетка. Так, сюда. А, теперь мы должны... Как-то скинуть сюда, нет? На конфетку, на вертолетик. Опа. Эх, понял. Чуть-чуть неправильно. Получается, смотрим. Что такое? Почему ты не катишься? И куда нам нужно скинуть? Может, куда-то сюда?
конфетка. Вот, отлично. Ну уже. Эх. Это, конечно, было печально. Я думал, что все уже получилось. Кидаем это в сторону. А, нужно, может, чтобы помням подпирал еще. Добавок к этому всему конструкцию. Ну, давай, давай. О, все, получилось. Какой-то веки без подсказок. Без всяких шариков. 3 звезды есть. Может, следующая медаль получим без всякой помощи. 29 фруктов. Что-то я уже сомневаюсь. Ой. Скидываем это бревно. 9 только фруктов, а у нас еще там все впереди. Двадцать один фрукт. Ну, мы не набираем столько, сколько нам необходимо. Вот, 27 фруктов. Где еще 2 взять? Большой-большой секрет. Как в пели фиксики. Может, тут нужно было как-то что-то. Может, попробовать еще ниже наклонить? Нет, тогда мы дальше конфетку нашу запустим. Да, только не сможем ее камням доставить. И все равно 27. Как же быть? Так, может, нужно прокатить выше. Но все равно 9 там получается сверху. Больше взять никак. Придется воспользоваться помощью воздушного шарика, так что ли? Или может лопнуть все-таки эту конструкцию? 26. Нет. Девять. Хоть что-то делай, 9. А, у нас здесь даже нету возможности использовать наши бустеры. Только подсказка. Да. А, слушайте, амням же может тоже фрукты кушать. Может, на него как-то упустить ее? А, не получилось. Амням же тоже их может кушать. Поэтому нужно как-то его, может, под, к этому подключить. А сейчас попробую с помощью амняма. Так, а как это сделать? Допустим, допустим. Вот так вот. Нет, не получается нам его толкнуть никак. Так, тоже ничего не выходит. Двадцать один уже. 28. Слушайте, еще один фрукт и все. Как-то нужно раздобыть. Может, бревно скинуть здесь вот? Нет, это тоже не вариант. Ладно. Шарик все-таки, мне кажется, лучше лопнуть. Может, как-то еще повыше. 27 теперь, не 28. Я не знаю, друзья. Ладно, использую очередную подсказку, потому что по-другому у меня сил никак нет. Так, вот я думал. Дальше здесь все как обычно. Отпускаю, перерезаю.
почему 23? У меня до этого было меньше. Но все-таки, когда используешь подсказку, какие-то приколы больше, потому что я вот все так же самое делал абсолютно. И не хватало одной конфеты. Использую подсказку, и вдруг в тех же самых местах конфета берется. Но нечестно это. Так, собери 0 звезд. Интересненько. Как нам это сделать? Даже не знаю, не представляю. Снизу, допустим, как не взять звезду, это понятно. Может как-то вот так вот. О, здесь получилось без проблем, видите, с первого раза. Что все-таки что-то еще я могу сделать. Переходим к следующему уровню. Собери 3 звезды. Ого. Интересненько. Получается, я могу что сделать? Так, я могу сначала отпустить конфетку. О, отлично, смотрите как. Опять отпустить. Ой, что же я такое сделал вообще? Ладно, пробуем еще раз. Отпустил конфетку. Да, что ж я поспешил опять. Отпускаю. Хватаю вертолетиком. Ой-ой-ой, нет. Нужно все рассчитать. Нам уже подсказку предлагают. А нет, этот уровень я по-любому пройду без подсказки. Посмотрите. Так, и... Ну, давай-давай. Ух ты, далековато будет. Так, я пока не понял все-таки, как тут что нужно сделать. Наверное. А интересно, конфетку может же взять вертолетик, да? Вот здорово, смотрите. По идее, я вообще так вот должен отрезать эту нитку. И просто конфетку теперь упустить. А ну-ка. Вот, все. Все-таки прошел, я же говорил без подсказки. Но это была только первая медалька в этом уровне. Переходим ко второй. Собрать 56 фруктов или больше. Откуда они здесь набрали 56 фруктов? Это просто что-то. Ух ты. Так. Теперь. Давай, давай, давай. Не, не получается. Это я уже слишком. Так, 14 фруктов. Есть. Но это же всего лишь 14 фруктов. Так, 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 так. Может как-то упустить... А, я наоборот должен конфетку был упустить. Вот так вот. А, теперь же я никак ее обратно не возьму. Да я там ням. Так, ну что, тут нам, в принципе, нужно конфетку положить вниз. А дальше просто уже подушкой. Как только угодно вот так вот управлять. Вот видите. Сможем делать все что угодно. Главное просто вовремя поддувать вот это их. Ну, эх, чуть-чуть не получилось. Вот, сейчас получилось, смотрите, в эту сторону. Так, это 41 уже фрукт. Интересно. А теперь, получается, нужно мне поменять их местами. Теперь, чтобы конфетка взялась. Или нет. Да. Вот так вот. 46, и все равно я не успел. Это мало. 48. Еще 8 штук нужно. Вот же засада. 48 аж монеток. Давайте пробовать.
Так вот. Нужно как-то сверху тут побольше собрать. Видите, сколько много можно тут собрать при желании. Ох ты. 41 уже фрукт. Так, ладно. А может мне теперь просто взять, получается, конфетку сюда? Ай, не получилось. Вот как-то так. Смотрите, и отпустить ее здесь. 50. Ну, а надо 56. Уже на 2 больше. Так, ну что, не знаю. Так ничего не получается. Давайте использовать подсказку очередную. Правда, что потом делать, когда подсказки закончатся, я не знаю. Ну вот, пока есть опять все то, что я делал раньше. Ух ты. Это, конечно, было сильно. Так я не делал. Все до миллиметра рассчитано. Не, ну у меня так конфета не подлетала. Я пробовал, она вообще не подлетала. Ну, конечно же. С подсказкой сразу все по-другому получается. Ну вот честно говорю, ну я пробовал раз 10 конфету подкидывать, она так высоко не подкидывалась. Беру подсказку, она потом раз и сразу подкинулась. Так, собери одну звезду и перережь 0 веревок. Весело. Как же это сделать? Ага, я, в принципе, даже, кажется, знаю. Вот так вот. Звезда есть. Подкидываем вот эту штуку. Ага, нет, не получится так. Как-то слишком просто было бы. Так. Может так вот? Ай, не, нельзя. Нельзя так. Так, ну давайте. Ох ты! А может действительно как-то так попробовать? Получается, вот я сначала опускаю сюда. И теперь, чтобы там кого-то что-то словило. Не. Не то, что нужно. Блин. Ну так. О! Ай, все равно меня подтащили вверх. Ай, чуть-чуть не успел. Уже ж почти получилось, слушайте. Не, не успел. Так. О. Ах, сейчас. Ну, есть, получилось. Не знаю, правильно или нет, но получилось. Получается, мы не перерезали веревку и собрали одну звезду. Так, ну что, давайте еще одну миссию сегодня постараемся пройти. Уровень 24. Собери 3 звезды. Ого! Что-то веселое. Так. Ой. Вверх. Получается, что... Ахаха, не так. Что же здесь делать? Так, получается, лопаем... А, шарик. Вся конструкция идет за вон той звездой. Так, теперь полетели вверх. Теперь лопаем этот шарик. Нас должно тянуть вниз. Только я не тот шарик лопнул, наверное, да? Эх, не так. Ладно, пробуем еще раз. Начало было, в принципе, я думаю, правильное.
Так, перерезаем веревку. Так, теперь нам нужно лопнуть шарик. Только не так. Эх, опять я опоздал. Не, подсказку я использовать здесь не буду. У меня их так ограниченное количество. Вот. Все, смотрите, нас потащило вверх. Вот, есть. Теперь. А-а-а, не так. Ну, блин, не в ту сторону. А уже почти все хорошо так было. Теперь нужно проработать детали. Уже почти все получилось. Только в деталях чуть-чуть я что-то сделал не так. А, можно, в принципе, что? Ага, вот так вот даже сделать, смотрите. А, блин. Ха. Опять детали. Детали не получились. Смотрим. Так, как же тут быть? То, что это точно так нужно делать, то факт. Так, теперь я лопаю. Не, опять я не так. Слушайте, ну, а как же? Может, с разгона? Ну, давай, камняму. Фух, получилось. Случайно, но получилось. Конечно, если бы мы воспользовались подсказкой, нам, возможно, как-то по-другому бы сказали сделать, но уровень пройден. И это главное. Так, собрать 44 фрукта. А это уже интересно. Придется просто до самого низа, наверное, тут как-то опускаться. Не, боюсь, мы сейчас полностью завалимся. И на другую сторону не смогу я подняться. Ну да. Переигрываем. Так. Буквально еще чуть-чуть. Рано. Рано, наверное, лопнул я, да? Поднимаемся вверх. Это будет, получается, сколько там уже? Все равно как-то мало. Ай! Мало, мало, мало. 30. А, у нас же здесь бустеры уже есть. Это классно, я забыл про них совсем. С ними будет, мне кажется, проще. Хотя хотелось бы, конечно, и без них. Так, поднимаемся немного вверх. Лопаем этот шарик. Эх, потянуло нас опять сюда. А не должно было тянуть. Так. В эту сторону едем. Поднимаемся как-то вверх. 22. Лопаю шарик. Но все равно мало, 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 очень мало. Так, ну смотрите, я могу, в принципе, взять шарик, но это ж ничего не изменит. То есть он все равно не соберет все количество, да? 36. Ой, как обидно, слушайте. Так, ну давайте как-то еще пробовать. Наверное, все-таки я использую или телепорт какой-то там, или что-то. Вот я полетел вверх. Может, лопнуть шарик еще один. Я лечу теперь вниз опять. Нет, это неправильный вариант. Нет, нет, нет. Слушайте, какая-то... Тоже сложный уровень, мне кажется. Слишком много фруктов. Поначалу в первых уровнях мне... Задания с фруктами понравились. А сейчас они мне очень не нравятся. Потому что все нужно до мелочей собрать. А это, как вы понимаете, не всегда получается.
О, может как-то так? Ай-яй-яй, нет, я зря это сделал. Понятно. Опять не так. Лопаю. Тоже лопаю. Вот, теперь можно как-то вверх полететь. Вот, сейчас нужно мне перерезать веревочку. Вот, смотрите. Ай, шарик еще один. Шарик еще один. А как же быть здесь, слушайте? Так, 41. Ну, 40. 43. Блин, 43. А нужно 44. Вот же засада, но это нечестно. Всего лишь один фрукт не хватило. Так, ну почему потянуло нас туда? Это был неправильный вариант. Все, назад. Назад. Теперь вверх. Эх, слишком мало конфет. О, нет, совсем неправильно. Две веревки вместо одной перерезал. Ну что, еще пару фруктов. Так, что-то я опять как-то поздно перерезал это все. Ну давай, еще парочку фруктов возьми. Нет, мне нужно было верхнюю веревку перерезать, чтобы шарик отскочил, а конфетка отскочила в сторону. А так она просто вниз опускается, мне это не нужно. Вот так вот. Отлично, вот это было супер, смотрите. Сейчас он медленно поднимется, и все, что под этим зеленым шариком, конфетку соберет. Вот. А не, не все. Эх, так все хорошо начиналось. Вот, здорово. Так, еще один шарик сюда. И поехали наверх. А, только застрял я. Ой-ой-ой, не то сделал. Что ж так не везет? Интересно, дорогие эти шарики бустеры или нет? А то я их столько уже использовал, и все без толку. Мне не хочется подсказки использовать, потому что они ограничены. И они дорогие, если честно. Так, вверх. Плывем вверх. Ну. Так, шарик. Ну что? Мне нужно, в принципе, чтобы улетел вот этот вверх. О, отлично, он даже быстрее полетел, чем я думал. Ну, все, смотрите. И мимо. Блин, ну как так? Как так? И все уже было хорошо. И все напрасно теперь. Но я уже ближе к цели, у меня уже почти получается. Не туда, не туда. Ха-ха. Буду использовать подсказку ни в коем случае. Ведь с шариками все-таки у меня получается собрать эти 44 фрукта. Просто нужно чуть-чуть постараться и чуть-чуть везения. Так, перерезаю. Перерезаю, наконец-то. Так, а может еще раз воспользоваться шариками. И... Блин. Да что ж ты сделаешь, а? Ну, амнямчик. Фу, все-таки я прошел. Сколько я там, наверное, штук 10 шариков потратил. Но зато без подсказки. А мне интересно глянуть, сколько стоят эти шарики. Может, проще было подсказки? О, ворота какие-то открылись. Так, давайте я гляну. Магазин. Бонусы.
Шарики стоят, получается... Где они у меня? 15 шариков, 350 монет, да? А подсказки... Так, а подсказки? Вот они. 5 стоит. Грубо говоря, каждая стоит 250. Ну, почти то на то и вышло. Ладно, нам еще нужно одну медаль здесь заработать. Собрать 0 звезд. Давайте пробовать. Получается, что нам нужно сделать? Так вот. Ай, взял. Так, мне как-то нужно, чтобы... Вот, теперь так, нет. Может как-то пробовать так вот. Нет. Я пока сам не пойму, как я хочу сделать. Эх, сейчас я... Полечу. И возьму. Интересно вообще. Уровень придумали такой. Ай, все-таки взял. Нужно было вот здесь, вот так вот. Нет, не так. Как же тут быть? Ай, я не знаю, честно. Смотрите, а если так, вот, блин. Так, пробую так. Ну, эх, все равно взял. Так. Веревку перерезал. Нет. Не то. Эх, зажало. Эх, зажало. Так, пускай это спускается. Может как-то, смотрите, скинуть шарик, чтобы он отскочил. Эх. Не получилось обхитрить. Давай будешь спускаться. Эх, чуть-чуть. Ну. Блин, не туда немного. Тоже не то. Как же его сделать тут так, а? О, получилось. Не знаю как, но получилось. Вы это видели. Фух. Тяжеловато, тяжелая работа из болота тянуть бегемота. Сколько мы сегодня уровней прошли, даже не знаю. Наверное, 4, да? Использовали кучу подсказок, потратили все кровно заработанные деньги. Ну что же, друзья, на сегодня я буду с вами прощаться. Очень скоро следующая серия прохождения игры Амням Cat the Rope 2. Если вам понравилось это прохождение, если оно вам помогло хоть немного, то поддерживайте наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте делиться этим видео с друзьями и подписывайтесь для того, чтобы не пропускать наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока.